Привет! У нас просто вечером в группе списались и решили прокатнуться. Идут уже, наверное, месяц у нас дожди, грязи просто у нас по шее. Собрались поехать по полевой дороге. Доедем, поснимаем. Ну, не знаю, как видосик получится, нет. Может быть, такой больше музыкальный получится видосик у нас. Буду снимать с видеорегистратора, что получится. Так что вам приятного просмотра. Дверка здесь тоже, два самоблока, коробка занижена и грязевая резина, все мокрое, грунт мокрый, сильно грунт мокрый. Первая пониженная. Нет. А вот сейчас мы тоже. Напомню, ночь, дождь, который идет уже месяц у нас. Нет. Но они тем более на грязевой резине. Все, накопали. Да, тоже там подъемчик упирается. Максимально вот сейчас разгон у него получится. Или он выезжает. Нет. Просто интересно было выехать, посмотреть, ну и прокатнуться ночью. Не всегда получается. Такой шанс выпал скатнуться. Сейчас оттуда не выйдет вообще. Он уже раздаткой там, по-моему, чиркает. Да какой газ он? Все. Пытается уже выехать. То есть пытается сюда выехать. Машина стоит на конус уже под углом. Организовали для вас побольше света, теперь вот видно, что происходит. То есть пытался сюда заехать, не получилось, развернулся, то есть задницу загнал, впереди препятствие, то есть сзади препятствие и впереди препятствие получилось, и все, и он просто сейчас утонул. Здесь ПГС, песчано-гравийная смесь, ПГС называется. Да, не видно. Ну все, эта сторона полностью ушла. Полностью. Подъехал у вас Патриот с лебедочкой. Цепанули. И вытаскиваем. Ну, сейчас, конечно, поинтереснее. Света побольше стало. По колено, просто по колено. Перемешивается все с водой. И все, умираешь там сразу. Да, лебедка это вот, все убеждаюсь. Или бампер
рифовский с лебедкой поставить, узаконить. У Александра спрашивал, вот у него на длинной Ниве, вон стоит, у него все узаконено. И 25 тысяч узаконивание стоит. Здесь-то никто не заедет. Давай потихонечку. Подъем, вот честно сказать, смешной, реально смешной. Но скользкий, грязь такая, тут илистая. И сейчас посмотрим, как Дастер сюда заедет. Давай по моему принципу. А, не хватило. Ты на повышенной? Пониженная. Давай с места разгазовывай и погнал. Давай. Ты представляешь, как здесь машина вязнет? Клею поменяй чуть-чуть. Резина замыливается сильно. Но здесь не грязевая резина. Может быть, если бы грязевая резина, может быть, было бы поинтереснее. Обороты, садо не помогло. Следующая попытка банкрутить. Уже мокрые насквозь, до трусов. Уже стекает в носки, в галоши. Во, да, вот так посвети, отлично. Вот здесь надо выскакивать. Да, надо здесь. Грязевая резина едет. Вот так вот. То сколько подъем? Градусов 10, да? Ну, вообще под горку. Ну да, можно сказать, под горку. Но все равно интереснее, намного интереснее. Грязевой резиной-то. Все, выезжай, не позорься. Да что? Да чуется машина, Игорек. Давай назад, назад. Все. Все, нарывать начинаю. Искать нашел. Игорек, на каплю. Взяли. А, правее. Чуть-чуть правее. Все, шлифует. То есть, если взять левее, там уже накатали глубокая колейность. Ну, вот, сами смотрите. А Дастер буквально-то вот, ровненько все. Давай, поехали. Дизелек полтора. Межосевой. Обороты. Вот так вот. Отлично. Молодец, молодец. Самостоятельно. И нас всех в грязь. Ну что, теперь у вас патриот. Решил побороться. Где боролся китаец? Жестко, очень жестко. Все.
все, все. Все, на моста. Бля, дождь, ребята, с ведра, просто с ведра льет. Не знаю, вот так будет. Сейчас все расскажу подробно, смотри. Вот китаец, вот он кривые колеса, смотри, он намесил тут, и нормально машина не может проехать. Не, давай так не будем говорить, смотри, в мои следы. Вот смотри, они кривые следы даже. Вот после китайца следы даже кривые. Я хотя бы вон до туда доехал. Там руль кривой и педали кривые. Не, подожди, я на ровных колесах заезжал, китаец после меня все испохайтил здесь. Ну что? Вытаскивай, все, хорош. Нет, Фидан, я хотя бы до туда доезжал. Давай хотя бы вон туда. Да вон на моста какие туда. Ты что, все уже. Нет. Теперь надо до лебедки добраться как-то. Не, ну давай после Фидана китайца загоним еще да. раз. Вот тогда мы посмотрим. Нет, давай так. А если он все-таки тут пролетит сюда, хотя бы начнет там, дальше там, ездить. Ну, давай посмотрим. Что? Что там? Не, не буду. Сейчас опять будем пользоваться лебедочкой. Отсюда выезд уже в принципе нету, наверное. Я вот так покажу. Боюсь, чтобы камеру не залило. Не саму камеру, а объектив. А то капельки на линзе получаются и не видно. Хотел померить глубину. И дна не нащупал. Дна там нету. Да уж. Давай, выезжай уже, поехали. Вот достали Фидана с ямы. Двумя лебедками только получилось. Только двумя лебедками. Че, Фидан, удовольствие получил? Да, вот смотрите, ребят. Ногами упирал, вот так дверь открыл, он буксует, в общем. А я дверь вот так открыл и вот так упирался и тянул, и вытянул. Видели же, да? Да, 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 видели, видели. Я вот его вытянул. Тут уже ребята вот подъехали с лебедки. Я говорю, какие лебедки, смотрите, смотрите, вот так и поехали, все. Едем назад? Ну, пытаемся. А то время... Едем, это громко сказано. Время-то позднее, надо двигаться потихоньку. Это громко сказано, едем, пытаемся ехать. Да, все, прям отсюда туда, на выезд. Ну, напрямую, все, сейчас машину ну, беру. Я-то проезжал. Теперь там никто не поедет. Не, все, все, давайте назад в сторону города поедем уже. Вот чай набрали. Не, ну, блядь, ребята,